Всем привет, друзья! С вами Пауч, а это игра Майнкрафт на версии 1.12.2. И вы видите за моей спиной спавнер скелетов, который я потерял, наверное, даже не наверное, а серии несколько назад, когда поменял мод на миникарту. Пересмотрел свои же серии, нашел по координатам этот спавнер и нашел пустыню. Сейчас я вот покажу, если покажу. Да, вот. Вот она, пустыня. Ну, немножечко я не добежал, когда его искал. Ну, как немножечко? Множечко. Но главное, что нашел, потому что какой смысл искать дважды одно и то же? И раз я здесь, соответственно, ну, как вы думаете, что я сегодня буду делать? Да, я построю ферму скелетов, потому что мне постоянно нужны кости. Мне нужно нафармить стрел, чтобы убить эндер-дракона. И я хотел вот посмотреть, у меня есть чуть-чуть факелочков. Я же здесь не все досмотрел в прошлый раз. Увидел спавнер, забыл обо всем. Может быть, здесь есть кустики с опытом. Та-дам! И вот оно интересное. Блин, ну пришлось побегать на самом деле. Но три кустика, о, даже четыре. Это круто. Сейчас я еще побегаю. Я завелся. Та-дам! Блин, это было долго. Реально было долго. Сейчас я покажу, если это можно показать. А вот, где я сейчас смотрел? Вот. Печально, печально. Вот скелеты, вот куда я убрел. Тут вон еще шахты, шахты, шахты. Ну, мне довольно сильно повезло с этой шахтой, надо сказать. Но пока что я, наверное, набегался. Чуть-чуть еще пару минут побегаю. Блин, 6 кустов. Ну, тоже неплохой, надо сказать, результат. Но, конечно, недостаточный. Надо было тот ножик взять хороший, блин. Че я всех по 3 раза долблю? А этот застрял. Да. И вот он, наш спавнер. Надо поставить здесь меточку. Ну, нитки нам понадобятся, наверное, один раз в большом количестве, когда мы будем строить ферму эндерменов. И я еще подумаю, мы будем на старый манер строить или на новый. Подумаю. Ладно, ставим меточку. Так. Пауки. Готово. Ну, в общем-то, побежал я дальше. Опа, здесь двойная ферма получится, скорее всего. Не знаю, я двойную ни разу не строил, но готов попробовать. Ух, они как меня закоцали, я же замолчал даже. Активно наспавнились тут, видимо, пока я там разбирался с криперами. Она работала, эта ферма. Не ферма, а этот спавнер работал. Да, там вижу тоже много. Короче, тут три спавнера. Я даже не представляю, что и как мы будем с ними делать. Меточку я поставил. А вот еще один лутбэк. Давайте. Это мне не надо. Нитки мне нужнее, да? Вот он опять паук, ё-моё. Там какой-то второй этаж, что ли? Или реально их тут столько наспавнилось? Ну, вроде все. Не слышу больше. Ну, в общем-то, встретимся дома. Сейчас подумаю, какие материалы нужны для фермы скелетов. И займемся. И я подумал, что хватит уже на пролом ломиться на всех мобов. Давайте-ка еще попробуем лучок наш прокачать. Раз у нас будет ферма скелетов, особо экономить стрелы не обязательно. Мы всегда можем нафармить еще. Вот я сделал 12 ниток. Осталось сделать палочек наших, ветка жизнедерева. Так, нет, надо взять те, которые там лежат. Давайте возьмем. И делается это не так, как я начал. Так, так. Так, три мы можем, да, сейчас сделать. Ну, давайте сделаем пока три. Вдруг нам этого хватит. Не будем лишние луки делать.
Так, где у нас? Погнали. Блин, долго. Кусты вырастают. Не могу поставить новый. Я не хочу прям до потолка делать. А вот этот почему-то стоит и не растет. А так, где там наша зачаровалочка? Давайте. Сила 4, прочность 3. Неплохо. Бесконечность. О, все, нам стрелы уже не нужны. И сила 3, откидывание 1. Давайте теперь все это соединим. Кстати, надо будет вторым этажом заняться уже. Какой-то беспредел. Так, вот он наш лучок. Блин, жалко, вот эти на бесконечность не работают. Так. Сила 4, сила 4. Сила 5, откидывание, горящая стрела. Бесконечность. Сила 5, откидывание, бесконечность. Откидывание 2. Ну вот, в принципе, да, нам нужен 20 уровень, а у нас какой? 6. Не кисло так потратились. Пойдемте положим оставшиеся нитки. Но, по-моему, лук у нас очень серьезный получается. Сила 5, откидывание 2, будет горящая стрела, прочность 3 и бесконечность. Ну, по крайней мере, мне хватит с головой, наверное, такого лука. Вот так, что у нас? Посмотрим немножко лутбеги и помчим уже доделывать. Это у нас есть. Это есть, это есть. Будем сразу такие выкидывать на уничтожение. Шелковое касание. Ну, давайте возьмем все остальное в помоечку. Не попало. Ну, ладно. Золото, яблочко. Это сюда. На уничтожение. Это мы смотрели. На уничтожение. Так, come on back. Моносталь, прекрасненько. О, Дэдпул, прекрасненько. Забираем. Ведро и факел. Ну ладно, пусть будет. И остался последний мешок. Скелет, мини-хэт. Все тоже туда. Ладно, пусть валяется. Так, сразу сложим. Так, шкирочку сюда. Моносталь. Ну, ведро возьмем с собой. Так, стекло. Я люблю черное стекло. Вот такое. Возьмем тоже стекла с собой. Наверняка пригодится. Остатки краски. Выкладываем. Ну, полтора стака стекла, я думаю, нам должно хватить. Так, чтобы взять еще? Мы взяли ведра. Камень, дерево, береза. Нам нужны воронки. У нас есть готовые воронки? Готовых нет. Давайте, ну, две сделаем воронки на всякий случай сразу. Вот таким вот образом. Сделаем еще сундуков. Нам сундуки тоже понадобятся. Сделаем воронок. Так. Вот так. Я думаю, сделаем 4. 2 возьмем с собой. Так. И сундуки возьмем с собой. Тоже нам понадобится. Так. Остатки воронок сразу сюда. Сюда. Мана. Бутылку маны тоже сюда кладем. Так, что еще нам понадобится? Нам понадобится много-много табличек. Обычных табличек. Так, где у нас много-много дерева? Вот. Берем вот таким вот образом. Выкладываем. Я думаю, этого с головой хватит. Так, остальное оставляем. Этого точно с головой хватит. Так, что еще? Что еще? Это ты сюда? Блин, чего бы еще нам взять? Ну, в принципе-то, наверное, все. У нас лопата, эффективность 4, починка, пусть будет. Так, это не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Можно подсветки взять какой-нибудь, в принципе-то. Почему бы и нет? Сразу вот такой, наверное, да? Давайте еще один для симметрии возьмем. Складываем это. И возьмем блоки редстоуна. Блин, вот единственное, что нам осложняет здесь, это вот эти все пустоты, лавы и так далее. Когда спавнер прям в какой-то, ну просто в камне, там в булыге. Ну, в разы легче все это делать, потому что вырубил то, что тебе надо, помещение. А здесь придется заморачиваться.
Ну ладно, заморочимся. Ну что, погнали? Так, ну вот какая-то заготовочка уже получилась. Первым делом я всегда делаю вот от спавнера на 4 клетки в каждую сторону. На 4, да? Сюда 4, сюда 4, потом пятую сделайте, если понадобится. Делайте... Нет, по-моему, сюда тоже 4. Так, раз, два, три. Сейчас я скажу, сколько. Да, сюда тоже 4. Зря я это сделал здесь. Но я это поправлю сейчас. Таким вот образом. Надо сразу факелочки ставить. В общем-то, от спавнера на 4 блока в каждую сторону делаем комнатку. С глубиной 2 блока вниз от спавнера. Вот как здесь. И на спавнер ставим тоже блоки. Для чего это делается? Потому что если мы не поставим, на самом спавнере тоже будут спавниться скелеты, и они будут там тупо стоять, просто башкой вертеть в разные стороны, и все. Вот, что мы делаем дальше? Это комнатка временная, то есть я ее сейчас уберу. Дальше мы берем и вот здесь вот на 2 блока вниз копаем. В обе стороны от спавнера. Так, перестарался. Так, и здесь перестарался, да? Текст.
Сейчас я поменяю здесь пол. Ну, нравится мне так чуть-чуть все украшать, даже если я не буду это видеть. А я буду это видеть, потому что здесь будет большое окно такое темное. То есть оно не будет мешать спавну. Вот, поэтому сейчас я поменяю пол и встретимся, когда я его поменяю. Продолжим. Для тех, кто не знает, уточню один момент. Комнатка вот эта вот, 4 блока в каждую сторону, только потому, что спавнер действует именно на таком расстоянии. Вот там за стеклом уже никто именно от этого спавнера не заспавнится. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что среди зрителей есть те, кто это не в курсе такого дела. Но на всякий случай, я думаю, стоит это сказать. Что мы делаем дальше? Берем и вот отсюда расставляем воду. Можно пользоваться этим бесконечным источником. Я думаю, 2 ведер хватит именно для этого дела. Все, как видите, она... Так, где блок? Где наш блок? Ё-моё, белый. Вот здесь. Плывем назад. Нет, идем назад. Идем. Ставим этот блок. Здесь ломаем. И ставим блок повыше. Ну, дабы больше такая ситуация не повторялась. Вот. Теперь все идеально. То есть вода течет вот как раз до этого края. То есть скелет будет падать, доплывать и падать еще раз сюда. Теперь берем и ставим воду в этот угол и в этот угол. Как видите, она сходится в центре и толкает нас уже в этот проход. А что мы делаем дальше? Дальше мы берем и пользуемся табличками. То есть, так, секундочку. Давай иди сюда, вот. Ставим одну табличку здесь, неважно, может, у меня вот что-то написалось. Ставим одну здесь. Так, и одну здесь. Соответственно, вот здесь уже должна идти стена. Мы ее пометим белым тоже цветом, чтобы потом не ошибиться и случайно ее не срубить. Так, давайте посчитаем, сколько нам надо блоков. Так, иди-ка сюда. Так, это спавнер у нас. Ну, по-моему, достаточно то ли 12, то ли 13 блоков от спавнера, чтобы скелеты не мешали спавну других скелетов, ну, уже заспавнившиеся. Поэтому считаем 1, 2, 3, 4, естественно, 5, 6, 7, да? Так, ну, кстати, водички я не набрал. Погнали наверх. Берем ведрышко, ставим вот так, копаем над собой блоки. Нам надо подняться, ну и опять же я буду подниматься так, чтобы скелеты не убивались. По-моему, с высоты 22, что ли, блока они не убивают. Я сделаю 20, вообще 24 по блоку. Давайте сделаем 11 табличек и посмотрим, что получится.
Итак, мы прокопались наверх. То есть вот, по-моему, 12-я табличка, что ли. Если я не сбился со счету. Теперь что нам надо? У нас получается там раз... Так, давайте посчитаем еще раз блоки, чтобы не натворить лишнего ничего. Лучше пересчитать лишний раз. Так. Получается здесь 4, 5, 6, 7. Идем наверх. Плывем, точнее, наверх. 8, 9. Я слышу где-то зомби. 10, 11, 12. Ну, пусть будет 12 блок падения, да? Вот так закрываем воду. Можно вот этот факел убрать. Идем вниз. Надеюсь, мы не упадем сейчас ни в какую яму. Но не должны. И все. Упали в яму, но не в большую. Получается, наша ферма практически готова. Осталось сделать место, ну, куда будут падать скелеты. Приемник, так сказать. И оформить комнатку. Погнали.
Ну что, друзья, наконец-таки я доделал ферму. Выглядит она примерно вот так. Здесь довольно темно, но вот я освещу на секундочку. Так скажем, мне интересно, вот если я вот здесь факелок поставлю, это будет на спавн влиять? Нет, особо не влияет, скорее всего. Вообще не влияет. Вот они, скелеты спавнятся, их скидывает, затягивает в канал. Там по воде, чтобы выжить, они все время плывут наверх. Так, уберем, оно здесь не нужно. И когда доплывает до верха, по тому верхнему каналу проплывают и падают вниз в наш, так сказать, заготовленный канал. И вот сюда. Вот она, наша ферма. Здесь я поставил, наконец-таки воспользовался этим модом, поставил хрустальный сундучок. Интересно, нашим мечом на добычу много мы будем добывать? Мне кажется, что очень много. О, да. Сейчас тут попрет. Да, приличненько. Ну, в общем-то, ферма скелетов готова. Я доволен. Попробуем, вот мне хотелось бы вот чуть-чуть совсем освещение здесь сделать, чтобы хотя бы было видно, как там все происходит. Мне кажется, что вот это освещение, оно уже фантомное такое. То есть оно не влияет на спавн, но мы сейчас это выясним. Смотрим. Ну, спавнер весь полыхает, то есть, когда он вот такие у него партиклы идут, это значит, что он работает. Ну, давай, давай, давай. Оп, есть, появились. 4 скелета. Все работает, все прекрасно. Можно даже оставить этот факелочек, чтобы здесь чуть-чуть было все видно. Не знаю, вообще видно вам или нет, но я сделаю чуть-чуть яркость побольше на видео. Все прекрасно. На этом я буду заканчивать эту серию. Мы прекрасно сегодня потрудились. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Just a rebel on your own on a bed to a bed to a bed.